Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем готовить закуску, засолку на зиму — баклажаны. Называется она «Грибы». Баклажановая закуска, которая готовится на зиму, очень вкусная и определяет вкус грибов. Готовится она достаточно легко. Для этого нам понадобится баклажан, чеснок, укроп, горький перец, растительное масло и уксус с солью. Приступаем. Баклажан мы снимаем кожицу. Можно это сделать овощерезкой. Мне удобнее сделать этот ножом. Легко снимается кожица. Разрезаем баклажан напополам и режем его на дольки. Дольки у нас не крупные, не мелкие, толщину где-то 1 сантиметр. Закуска эта очень вкусная. Баклажаны любят все. Поэтому, если вы ее не готовили, то попробуйте, она вам очень-очень понравится. Таким способом мы нарезаем все баклажаны. Кипящую воду мы добавляем. 5 литров. Добавляем 3 столовых ложки без горки соли. Специальную соль добавляем для засолок. Не нужно это забывать. 3 столовых ложки. Перемешиваем. И кладем сюда наши баклажаны. Баклажаны мы предварительно порезали. Варить будем их минут 5-7. Быстро. В основном варка это нужна для того, чтобы горечь ушла из баклажанов. Наши баклажаны отвариваются. Мы быстренько через пресс пропускаем 5 зубков чеснока и мелко измельчаем красный перец. Ну вот это у нас крупный перец. Мы возьмем всего лишь его часть. Где-то вот так вот. Мелко, очень сильно мелко его рубим. Прям сильно мелко. Нож должен быть острым. Перец должен равномерно распределиться по всему салату. Поэтому рубить его нужно очень-очень мелко. И хочу сказать, что семечки из перца из этого лучше удалить, если вам попадутся. Здесь они у нас просто вот внутри остались. Мы их не использовали. Но если будете использовать, то лучше их убрать, семечки. Мелко-мелко рубим перчик. Так, и идем сразу же сливаем баклажаны. 5 минут прошло. Сливаем воду. Прошло. Баклажанчики наши отварились. Мы их сливаем и даем им немножечко постоять. Сковородку мы наливаем полстакана масла. И в разогретое масло мы выкладываем чеснок и мелко-мелко порубленный перец. Все это обжариваем. И будем добавлять сюда баклажаны. Немножко сейчас обжарим. Чеснок с перцем обжарились. На сковородку мы укладываем наши отварные баклажаны. И тоже обжаривать мы их будем недолго. Минут 7-10. Желательно жидкость, чтобы от баклажан не попадало на сковородку, чтобы они более-менее были сухие. Баклажаны мы тщательно перемешиваем и обжариваем, чтобы они обжарились все. Мелко-мелко рубим укропчик. Укроп придаст аромат нашим баклажанам. Добавляем
в наши баклажаны 2 столовые ложки уксусной эссенции. Добавляем муку. Все перемешиваем. И раскладываем прям горячими по банкам. Горячий салат мы выкладываем в баночку. Баночка у нас предварительно стерилизованная. Хранить нужно такой салат в холодильнике или в погребе. Кушать его желательно дней через 15, чтобы он настоялся, пропитался и подготовился. Кто не знает, как простерилизовать баночки духовки, то я сейчас объясню. Нужно включить духовочку на 50 градусов и стерилизовать вымытые банки минут 30, как минимум. В это время баночка хорошо просушивается, убиваются все микробы, и можно в нее прям горячую раскладывать салат. Крышки я стерилизую просто кипятком. Если они новые, то достаточно их залить кипятком. Если они не новые, то также их вымыть и прокипятить. Примерно минут 10-15 на плите. Так, все, салат я уложила в баночку. Баклажановая закуска грибы готова. Она очень вкусная. Напоминает вкус грибов. Поэтому попробуйте, приготовьте. Готовится достаточно быстро, не трудоемко. Запасайтесь на зиму. И подавайте, пожалуйста, на стол. Блюдо натуральное и очень полезное. Спасибо вам за внимание и приятного аппетита!